вами КПТВ. Сегодня мы приехали на стадион Олимпийский, чтобы посетить главное игровое шоу страны – V-Game. Я не могу. Когда закончится? Бери шоколадку. Спасибо. Когда игра закончится? Я не знаю. Можно с тобой поговорить? Конечно. Хорошо, расскажи, кто ты, пожалуйста. Я инквизитор из вселенной Warhammer 40 тысяч. Это игра какая-то? Это целая вселенная. А расскажи что-нибудь о своем герое. Хорошо. Мой герой был рожден в одном из имперских миров в городе Улье. Крестовые походы, вычисление еретиков среди личного состава, расследование. Хорошо, а почему ты выбрал именно этого героя? Потому что я очень уважаю инквизицию, я играю за нее в Вархаммере, в настольной игре. И мне очень нравится внешний вид этих персонажей. Похоже немного на рыцарей, да, типа? Да, как средневековые инквизиторы. Хорошо, а как тебе вообще фестиваль в целом? Фестиваль очень классный, мне понравилось то, что здесь очень много современных технологий есть. Что тебе больше всего вообще понравилось? Мне больше всего, конечно же, дроны понравились. Просто чудно, как будто бы сам полетал. Проводим такого масштаба впервые в Украине. Мы сосредоточились здесь как и разработчиков игр, как и геймеров, так и косплейщиков под одной крышей. Такого еще не было, и мы думаем, что это понравится нашим посетителям и вообще в Украине, и про Украину, и про этот фестиваль услышат, увидят, и, возможно, заинтересуются более какие-то интересные весомые игроки игровой косплей-индустрии. А какие турниры будут? Сейчас турниры проводятся по CS, Dota и Hearthstone. В данный момент сейчас играют Доту и Хардстоун. Завтра будет КС. Есть призовые фонды. Фонды в размере 18 тысяч гривен командам-победителям КС и Дота. И 4 тысячи гривен победителям Хардстоуна. Также всякие плюшки в виде мышек игровых, там ковриков игровых для геймеров. Ну, тоже это дополнительные плюсы командам, которые участвуют в наших турнирах. Передаю привет КПИ. Живи, люби КПИ. Жду вас на Радио Дэй. С вами была Карина. Интересуйтесь играми вместе с КПТВ. Пока!